Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире Абаза ТВ продолжается проект «Биографический салон». Это место встреч, где мы от первого лица рассказываем вам личные истории людей, переживших Отечественную войну народа Абхазии. В этом телевизионном сезоне с вами я, журналист Рустам Зантария, перенявший эстафету от своей коллеги Лианы Ибжноу, буду вести выпуски проекта «Биографический салон» на русском языке. И сегодня у нас в студии в гостях ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Александр Гунба. Поприветствуем нашего героя. Хочу также отметить, что здесь у нас в студии есть своя зрительская аудитория, которая активно слушает, взаимодействует и задает вопросы. Александр Георгиевич, спасибо, что отозвались на наше приглашение, пришли, нашли для этого время и возможность. В центре внимания проекта «Биографический салон» судьба человека, прошедшего через войну. Но все, что ей предшествует, тоже очень важно. И это биография человека. Расскажите, пожалуйста, вкратце основные моменты своего детства и юности. Где вы родились, получили образование и воспитывались? Родился я 9 мая 1954 года в селе Звандрыш, Гдоудского района. Ну, детство, наверное, всех сверстников моих советского периода, наверное, все одинаково. Это воспитание нас, а потом школа, ну и, соответственно, уже армия. Я закончил абхазскую среднюю школу гдоудскую имени Нестора Лакоба. По окончании школы в 1972 году попытался поступить в Московский автодорожный институт, ну, неудачно было, и был призван в ряды Советской армии. Прослужил 2 года в космодроме Байконур. Ну, тогда был это секрет, сейчас уже это никому не секрет. Отслужил, когда отслужил, я приехал опять в свой родной город. Ну, естественно, я думал, время, чтобы не терять, начал подготавливаться к поступлению в институт. Поступил на работу. По времени, когда пришлось поступать, я поехал опять в Москву и поступил. Да, мечтал в автодорожную, но потом поступил в Московский институт управления. Тоже факультет автомобильно-транспортный был. Вот. И, ну, я хотел свою жизнь посвятить именно автомобильному транспорту. При сдаче государственных экзаменов присутствовали из Министерства обороны. Ну, мне предложили как бы продолжить свою деятельность в службе Советской армии. Мы когда учились, естественно, тогда были военные кафедры, которые нас обучали каждой профессии. У нас профессия была артиллерия. По окончании сдачи госэкзамена нас отправили на месяц в Коломенское артиллерийское училище, где мы прошли дополнительную переподготовку, и на 2 месяца лагеря, где мы сдали государственные экзамены и отработали, как говорится, нормативные стрельбы. Там я, ну, в общем-то, именно по военной части отличился неплохо, и мне предложили остаться. И я, естественно, единственный был сын в семье. Я говорю, можно посоветоваться со своими родителями, так вот так. Ну, один офицер говорит, ну, такой взрослый, чего вы советуете? Я говорю, у нас Кавказ, на Кавказе по-другому это все смотрят. Тем более, говорю, я единственный сын, говорю. Ну, я, естественно, отцу не позвонил, матери позвонил, но мать, естественно, вы сами знаете, ты уедешь, я тебя больше не увижу, и там чуть ли не истерика. Ну, я сказал, еду домой осваивать
ту полученную профессию, которую мне дало мое государство, великое государство, Советский Союз. Ну, по приезде, вы знаете, пошли проблемы. Я был направлен в госавтоинспекцию по линии МВД. Ну, там преграды пошли. Вот, знаете, к большому сожалению, преграды создавали наши. Я это не хотел говорить, но это уже время прошло, можно говорить и говорить. Мы сами себе создавали. Наши кадры оставались за бортом. Я чуть не попал даже по этому вопросу в тюрьму. Ну, как бы в тюрьму хотели. Из-за того, что я сказал, «Апсны сайт, ехал я, апсы за, атыпхам ладзойха». Мне, конечно, «Аришпохо, за это ты такой человек, ты против Советского Союза, вон там иди на берегу моря». Тогда, вы помните, движение Айтгалара начиналось. Вот там, говорит, идите и не баламутьте наш народ, типа вот такого человека. Ну, я повернулся, ушел, дальше не стал. Пошел в автопредприятие, ну, естественно, я получил самую низкую должность мастера автомобиля, по ремонту двигателей. Но работа была скучная, неинтересная. И мне кто-то предложил стать педагогом. Пойти в училище, готовить именно автомобилистов. Да. Я не отказался и свою дальнейшую жизнь посвятил педагогике. По окончании, то есть я проработал от простого рядового мастера производственного обучения до директора училища Гудаутского среднеобразовательного учреждения. Ну и там я как бы встретил нашу трагедию, которую некоторые считают, это была так. А кто почувствовал, знает и жил здесь, знает, что такое война. Это война. Смерть близких людей, смерть своих детей, смерть друзей. Я очень многих друзей потерял. Мне иногда так берет немножко, вот когда я говорю, дикция меняется, потому что наше детство прошло вместе с ними. Вот. Естественно, я вспомнил, что я имею дополнительное образование артиллериста. Тогда уже был капитаном запаса. Я прошел несколько, как бы, не курсов, а переподготовок на территории Грузии, где там дополнительно отработали все вот эти знания. И был назначен на должность командира батареи Каубичного дивизиона. Ну, это вот в запасе. Подошли к войне, да. А тем не менее, хочу вас чуть-чуть ранее вернуть. Вы сказали о своей активной такой национальной позиции, и что вам это в определенный период даже помешало в продвижении по службе, по работе. Насколько активны вы вообще были, ваша семья, в национально-освободительном движении? Периодически раз в 10, в 15 лет в Абхазии происходили волнения и выступления народа за свои права. Вот. Ну, я первое это выступление когда, почувствовал, когда еще маленький был. Ну, тогда отец участвовал мой. Он был арестован где-то на 3 дня. Я его не видел, он сидел в Даутском СИЗО. Вот. После этого уже я вырос, это на 78-й год, потом уже 89-й год. Там я непосредственно принимал участие, находился в гуще этих событий. Естественно, был возмущен, как и все мы, что нас прижимают. Вот. Было ощущение у вас, что вскоре возможна война? Вы знаете, я в своем предположении где-то на месяц ошибся, что война начнется. Я думал, в сентябре где-то начнется. Но война-то началась в августе. А это предшествовало. Вот я и ездил в Тбилиси, потому что по своей работе мне надо было отчеты сдавать каждый квартал, мне приходилось. Ну, ко мне в конце начали относиться более как бы лояльно, чтобы я не высказывал свое мнение. Ну, я один раз высказал там на трибуне. Ну, меня вызвало, тогда было Гургенидзе, председатель Государственного комитета по образованию. Ну, что же вы, говорит, Батану Александру, говорит, они говорят, мы же к вам относимся так хорошо. Я говорю, вы знаете, насаждать язык, которого я не хочу знать, нельзя, говорю. Если надо будет, говорю, я сам ее выучу. У меня есть предпосылки, которые его выучат. У меня и
в роду есть люди, которые грузинская национальность. Это бабушка моя, у нее фамилия Чилидзе. Я о народе плохом не могу ничего сказать, потому что народ есть народ, а политики – политики. Вот. Ну, говорит, все-таки можно было ко мне прийти и так объяснить все. Я говорю, извините, если, может, не тактично я выступил, но это накипело, говорю, у меня. Потому что каждый раз на совещаниях, там, в принципе, на русском языке никогда никто не говорил, все на грузинском. А я сидел как бы как единица, человек, который не знает ничего. Вот, ну, мне кто-то упрекнул, а почему вы книгу читаете? Там я любил Александра Дюма. Ну, думал, время скоротать. И вот, и он меня упрекнул. Вы, говорит, по-грузински сперва сказал, а потом я говорю, не понял, а вы кто по национальности? Я говорю, какая вам разница? Ну, вы, говорит, сюда пришли, грузинский должен знать. Я говорю, я ничего не должен знать. Ну, прямо выступил и за... Да, жестко высказали. Ну, я не знаю, это был мне мой патриотический приход, или я не знаю. Ну, просто, ну, я, знаете, я человек всегда интернационального характера. Я никогда не насаждаю свой язык и не хочу, чтобы мне насаждали чужой язык. Вот вы педагог по своей специальности, и так вышло, что вскоре все-таки становитесь человеком военным и участвуете в непосредственных боевых действиях. Насколько сложно было вообще строить вот эту часть армии, которая на тот период не существовала, вы участвовали практически в ее зарождении? Когда время пришло, я в военкомат пришел, сказал, у меня есть артиллерийское образование, помимо гражданского, говорю, я хочу создать, ну, не знаю, как, что у нас есть, говорю, какие-то группы, говорю, хотя бы. Но они меня на заметку взяли, и он, говорит, работает над тем, чтобы найти специалистов. А историю абхазов, знаете, всегда в армию брали, всегда старались нас посылать не в те элитные войска, а как бы последние, вот, их называют королевскими войсками на стройбат. Я тоже, кстати говоря, попал в стройбат. Вот. Сначала, да? Да, сначала я тоже стройбатя, а потом уже все это, вот. В основном абхазы туда посылали, потому что, чтобы мы не знали то, что нам надо было знать, чтобы вот эту войну еще быстрее выиграть. Вот. И вот набрал группу сперва, узнал, что будут минометы. Хотя это не мое орудие, как говорится, но... Знаете, в артиллерии нет такого понятия. Если специалист, он должен в один день усвоить любую технику, которую мы, потому что мы помимо этого проходили, ну, как бы экскурс на каждое орудие, его тактику, техническую характеристику нам говорили, и мы это все знали. Просто, а в стрельбе все это одинаково. Все одинаково, все как бы... И занятие огневой позиции, и стрельба, все одно и то же. Просто вот это надо было знать. И я всех собирал, всех, кто бы ни был, минометчик, или гаубичник, или противотанковые, которые в батареях служили. Вот городовщики так и не попадались. Потом уже. А вот если говорить именно о Граде, да, насколько его появление имело значение для армии в целом, для успеха в бою? Ну, вы знаете, град – это площадное орудие. Он как бы не в одну точку бьет, а у него есть территория, которую он охватывает. Это, сколько я уже забыл, мне подскажите, мои артиллеристы. 4 гектара, кажется, один залп одного орудия. Или 200 на 100, в общем, 200 на 100, это точно. Вот. Ну, если... дивизион, то там, конечно, шло. Ну, у нас дивизиона-то не было, но батарея была. А вы помните тот этап, когда вы его впервые применили? Конечно, помню. Это все хорошо помнится. Вот сидят мои однополчане, которые испытывали. Ну, я пока дойду до нее, я хочу чуть-чуть докончить про артиллерию. Почему? Потому что первое, когда мы получили, я группу подготовил минометчиков. И, соответственно, после подготовки нас отправили в Гагры. В Гагры мы эти минометы применили. Единственная вся проблема была, у нас не было таблиц, у нас не было
панорамы, это все, которые необходимы были. Но мы умудрялись биноклями или что-то все равно умудрялись. Я набирал больше всего знающих математику, физику, которые умеют расчет. Быстро считать. Да, потому что это тоже немаловажно. Чем быстрее откроешь огонь, тем быстрее. Потому что враг тоже не сидит, не смотрит на нас. Вот. Но они, конечно, были удивлены, что мы их обстреливаем уже минометами. Артиллерии, в общем, можно сказать. То есть Гагру можно назвать тем рубежом, когда артиллерия впервые себя показала. Да, да, да. Там еще, конечно, участвовали взвод, это который, я их как бы называю, это градобойное орудие было. Вот, это орудие, которое снежные завалы как бы растворяет, ну, чтобы не было этих лавин. Но они тоже эффективно работали. Вот. То есть изначально предназначенное для других целей, оно работало в бою. Мы ее применили для, вот, их, именно для артиллерийских стрельб. И в Гагре себе вот это городобойное орудие показало эффективно тоже работу. Они просто, знаете, они пришли, знали, думали, что у нас ничего нету, и себя так спокойно вели, так бы как бы нагло, что, но когда они увидели отпор, вот это вот все, у них уже другое ощущение пошло. Естественно, Гагра, когда освободили, нас быстренько направили сюда, в Грузинский фронт. После этого я попал в госпиталь. На минометную батарею был назначен другой командир, Анквап. Парень прекраснейший, ныне генерал-майор. Он недавно только ушел в отставку. Знающий свое дело, изучивший свое дело, хотя ни разу не был связан. Ну, знаете, на войне то я и определяюсь, эти вундеркинды, как говорится, появляются такие, знаете, головасики, как я их называю, которые никогда ни в чем не были замечены в жизни, а во время войны они себе проявляли как бы чудеса. После этого, конечно, окончание я в госпитале я прибыл и доложил, что я прибыл, могу занять свое место. А потом подумал. Там уже командир такой, что он уже все наладил, все, зачем человеку мешать. Буду ждать, может, еще что-то придет или где-то. И меня назначили начальником разведки артиллерии. Ну, я в основном вел уже теоретические стрельбы, но они меня обслуживали, а я расчеты делал в основном. Так. В марте месяце, помимо других установок, появились и грады. Первые стрельбы были назначены, это район Красный мост и Шрома, первые стрельбы. Вот и два града. А потом после этого еще прибыло, подготовили. А если говорить о реакции грузинской стороны? Ну, реакция грузинская, я вам скажу, что мы на НП, никто не знал, телевизор поставили, в общем, абхазское телевизор, телевидение, что вы показывали во время войны, все мы видели. И, соответственно, Сухумская, она называлась абхазское телевидение тоже. Вот. Ну и, соответственно, там у них некролог, как обычно, кто погиб, и показывали вот эту, именно эту стрельбу. Ну там одна бабка держит, градобеги, вот такой здоровый, и она как ее подняла, не знаю, но это было снято для того, чтобы... Господину Шеварднадзе выступит в ООН, что лилипуты уничтожают гулливеров. Но это его слова были, я не говорю, что я от себе это говорю. Он так и высказал, что лилипуты уничтожают гулливеров. Вот с этого и началось. Потом уже начали бояться. Ну, вы знаете, я на них злой был, когда, потому что я где-то 20 минут по пояс в холодной войне в ноябре не мог... выйти из-за того, что я попал под их обстрел. Как бы, обстрел. Вот. Это, я не знаю, как я выдержал этот ноябре месяце, вода холодная, и вот так стоять и ждать, когда они... Вот, а когда град стреляет, лучше лечь, но никуда не двигаться. Если Бог есть, значит поможет. Нет. Вот. Потому что у них площадь, и каждый снаряд, где падает, никто не знает. Как свидетельствуют военные историки, многочисленные документы, грузины применяли грязную тактику ведения войны. Это
проводить массированный артобстрел и тут же прятаться за жилые кварталы, по большому счету за гражданское население прятаться. Ну, как бы, да. Что делали наши артиллеристы в таких условиях? Как действовали? Ну, знаете, я один раз под эту ситуацию, два раза попался под эту ситуацию. Первый раз, когда мы передний край мы обстреливали, там девятиэтажный дом стоял, но они оттуда обстреливали, мне нужно было его обстрелять. Они на меня вышли, говорят, вы, говорит, гражданских убивают. Я говорю, а что вы, говорю, за ихними спинами вы прячетесь? Идите, выйдите на поле боя, и там будем друг другу объяснять, кто сильнее, кто слабее. Такое бывало. Также, когда Сухум оставляли, был момент, когда корабль уходил. Я мог его взять. Но потом меня наш командующий Аслан Губахин, «Омцани, говорит, агунахара, омцани, говорит, ивайсхан». Он говорит, кроме них еще, говорит, ну я, естественно, дал ему уход. Зачем из-за них убивать детей? А для меня, что мой ребенок, что их не ребенок, одно и то же. Это ребенок, который не знает ни войны, ничего. Я их называю голубями мира. Как можно вот так вот? Я себе этого не позволил и не дал. Хотя потом вышли на меня и опять... Типа того, вы не люди, вы детей убиваете. Я говорю, слушай, говорю, и заткнул, и на этом закончился. Вот такие были переговоры, конечно, они выходили на нас. Вот. Если характеризовать роль артиллерии на первом этапе войны, да, когда она была, по сути, вот силой, которая помогла во многом пехоте, и в дальнейшем, когда уже была более четкая уверенность в том, что впереди будет победа. Как меняется тактика, стратегия действий артиллерии? Вы знаете, изначально я уже говорил, что нас фактически не было. Мы что имели, что взяли, ими... У нас фактически все орудие было трофейное. Полностью трофейное. Те же 85-миллиметровые пушки... трофейные, те же минометы, там очень много, мы в Гагре взяли трофеи, помимо и танков, и артиллерийских орудий. Вы знаете, очень многие пехотинцы нас благодарят, очень многие говорят, иховцы. Ну, вы знаете, главное, чтобы враг уходил, а пехота, чтобы заходила, а мы это делали, как могли, имея то вооружение, которое у нас было. Я сейчас не буду говорить, норматив для прохода километрового коридора, там где-то около до 1000 стволов. А у нас этого не было. У нас территория была 20, сколько километров от верхнего до нижнего? Где-то 24 километра. И иметь такое вооружение просто немыслимо было. Ну, по крайней мере, мы делали все возможное. Вот ребята здесь, мы каждый год встречаемся, мы не теряемся, вот знаете, вспоминаем. Вот я честно говорю, когда вспоминают какие-то посторонние люди и начинают вот это, я не люблю. Я когда вспоминаю войну, вот когда мы собираемся вместе, вспоминаем погибших, вспоминаем, вот именно один день это для нас предназначено. Вот эти военные истории из тех, что вы вспоминаете в своем кругу, очень важно, если вы расскажете их и нам тоже, и зрителям. Вы знаете, бывает, что приглашают в школу, где просят меня, чтобы я рассказал, как эта война началась, чтобы люди знали. Да, знаете, наверное, историки тоже немножко должны подсуетиться, написать, как это было, как что. И, знаете, и я вот, когда сказали, что история как основной предмет экзамена сдают, я сказал, единственное правильное решение, говорю, Министерство просвещения, что именно вот это сделали. Я считаю, другие не столько, сколько историю в первую очередь делают, потому что, не зная свою историю, ты никогда не будешь жить в своем, как говорится, не зная свое прошлое, ты будущее не будешь знать. Война – это, безусловно, трагедия, да, но если... на фронте друг друга не подбадривать каким-то юмором. Юмором, да. Вот расскажите такие истории. У нас было юмора очень много. Наверное, это целое время нужно будет. Ну, я несколько юморов расскажу, когда... Это первое, когда
объект показали, уничтожить ее. Ну, естественно, мы все это рассчитали, все. И по времени. А по времени единственная одна установка туда может попасть, все остальные не могут. Но у них город ограниченный, у нас половина может море упасть. И что делать? Надо, говорит, заряды поменять, там как кольца стоят, чтобы расстояние увеличить. Ну, естественно, я уже их тороплю, уже там чуть ли, вот сидит у меня Хашик Гарик, он был старшим офицером батареи на... Я говорю, расстреляю сода, не сода, он уехал. Залп дали, оказывается, не успели одно тормозное кольцо вытащить, все полетели хорошо, все накрыли, и вдруг, к большому несчастью, горит наш этот дом культуры, вот из который на Синопе. Да, что... Оказывается, этот снаряд попал прямо в этот, задымелось, ну и командующий подходит, Аслан Кубашевара, говорит, не Алвия Бентова, я говорю, я не знаю, говорю, это не наша работа, у нас вон где, говорю. Был другой случай, когда на копе Гена, когда, помните, кипарис шатался, огонь открыть надо, после выстрела, ну, там, естественно, пороховые заряды, а у него рядом с кипарисом этот цель проходил. Ишь, начало шататься бакушка. Я выхожу опять, говорю, что? Оказывается, тот говорит, подождите, говорит, успокойтесь, говорит, вот тогда стрельну. Ну, он, в принципе, прав. Mm-hmm. По стволу ударил, может быть, и получился воздушный взрыв. Вот. Ну, есть еще много чего рассказать, посмеяться. Ну, и смеялись, конечно, ну, война войной, говорит, но нельзя же, как бы, а тем более у нас уже настолько был дух поднят, уже мы ощущали вот эту победу, уже вот-вот-вот, ну, назревало, наверное, вот такое на всех. Потому вот что... говоря именно о победе, о предстоящем освобождении столицы, да, да. Насколько сложно было взаимодействовать с пехотой, когда ситуация менялась каждые 5-10 минут? Вы знаете, все зависело от командира подразделения, который пошел вперед. Взаимосвязь с командирами должна была четкая. Если человек, командир, не определил местонахождение, как бы ему тяжело не было, мы не могли открыть огонь. Мы могли бы своим огнем его уничтожить вместо противника. Это был учхоз. Противник настолько приблизился, что наша пехота не могла удерживать. Нужна была работа артиллерии. Мы дали огонь, и нам не дали правильные координаты. И так получился между... противником, и нашим снаряды легли. Но это было очень близко. Это не то, что опасно. Еще один снаряд в кипарис ударил, и получился воздушный разрыв. Это самое еще опасное, потому что сверху вниз попасть легче. Ну, естественно, министр обороны выходит, а я, честно говоря, у меня аж плохо стало. У меня челюсть открылся, и не могу закрыть. Я говорю, что я натворил? Вот на себе честно. И уже был момент, когда даже я чуть... Вот. Ну, потом командующий выходит, я говорю, что там? Все нормально, говорит, все. Немножко, говорит, наши поперепугались, говорит, все. Я ценю своих артиллеристов, ценю всю артиллерию. Почему? Потому что, ну, немаленькую она работу провела. Ну, я сейчас хвалиться не хочу, но где-то 50% моих людей спасли от смерти. Я открыто могу говорить, пускай кто-то со мной поспорит. 50 это точно. Я могу сказать, что вот из-за работы нашей артиллерии абхазской в то время, слажена она была, она, знаете, дисциплинирована она была. У нас уже к концу уже не было таких вот, знаешь, и хочу, не хочу, все. Не хочешь, иди дома сиди. А нам нужны были такие, которые... То есть подразделения сформировались уже четко. Четко, да, четко. Ну, тут ребята, вот мои боевые друзья, здесь я всегда показываю руками. Вот, они рядом со мной находились, помогали. И были отцы по 70 лет сходу. Были они, я им не мог командовать, но они делали то, что вы тут чувствовали, что я хочу вот это, они сами это все делали. И вот это все слаженность у нас... Из-за этой слаженности мы хорошо работали, и, естественно, и победа была близка. Победа была за нами. Да.
Вот к нашим зрителям и к вашим однополчанам мы еще обратимся. Я все-таки хотел узнать о том, что насколько было здесь решение за вами или за вашими сыновьями. Они продолжили династию военных. В вашем лице они вашу продолжили линию. Ну, знаете, я воспитывал их, не знаю как, вроде бы особо не принимал свои. Ихняя мама принимала воспитание. Я здесь находился, они находились в Гудаоте. Ну, когда чуть-чуть подросли они уже, я их все-таки сюда привез, и здесь они в школу ходили, и, соответственно, оба сына они у меня находились в полку, они приходили, ну, садились на танки, ну, в общем, детство у них, можно сказать, и в полку прошло немножко. И потом уже, когда возрослели, ну, старший говорит: папа, а я могу, говорит, стать генералом? Я говорю: можешь, говорю, каждый может стать генералом, если пойдешь, выучишься, все, и придешь, будешь служить. И вот он сегодня уже начальник штаба, майор. Дальше это его, как бы, его служба. Если сумеет, будет. Нет, нет, это он решает. Младший тоже самое, но младший особо не так. Он хотел быть строителем. Ну, я ему сказал: ты не хочешь быть военным строителем? Я говорю: там и образование лучше, и больше дают сегодня, тем более. Ну, говорит, папа, я буду, говорит. Ну, вот взял и поступил. Высший военно-технический университет в Питере. Вот. А старший сын, он поступил, он хотел в Коломенское, где, а потом ее закрыли, и он попал Свердловское. Но он там не доучился, сюда приехал, здесь он у меня закончил. Я был у них куратором. Вот традиционные вопросы проекта «Биографический салон», и вам я их задам в том числе, потому что они очень важны, они идут таким пунктиром красной линии, я бы сказал. Что война сделала вот с вами, как изменила ваше мировоззрение, и как она вас сформировала сегодня уже? Как вы смотрите на сегодняшний день и на будущее взаимоотношения с Грузией? Ну, насчет формирования, то есть я уже тогда был сформирован, как бы сегодня он ничем не изменился, просто стал больше любить родину, больше, намного. Потому что, получив такую свободу, такой статус независимости, если мы ее упустим, наверное, это будет для нашего народа катастрофой. И это я всегда говорю молодым. И говорю: не упускайте, вы являетесь продолжателями своих отцов, говорю, а то, что ваши отцы, деды дали, говорю, его надо так держать, чтобы никто вас не мог отнять. Насчет отношений с Грузией, я сказал, два независимых государства. После того, как, первое, это, чтобы создать близкое отношение, это подписание декларации или договора невозобновления войны, после этого переговоры, чтобы они нас признали. Ну и самое главное, я их извинения жду. Ну, договор о ненападении уже много лет, ну, не это, получается подписать. Вы знаете, они должны решать. Не мы нападали, не мы это все делали. Я почему говорю, они должны извиниться перед нашим народом. Они все натворили. Мы-то с ними жили и терпели, можно сказать, и все, но мы ничего не говорили. А если пошли войной, хотели нас уничтожить, да и прошлое тоже возьмите, сколько было геноцидов в Абхазии, это советское время. Это моя мать рассказывает, говорит, вагоны были готовы, говорит, мы только-только, нас должны были отправить, но потом почему-то Сталин, ну, это все отменил. Но зато другое сделал. В одну ночь все абхазы почти стали грузинами. Спасибо, Александр Георгиевич. Я теперь хочу обратиться к нашей аудитории. И здесь и ваши однополчане. Если не просто вопрос задать, кто-то может что-то дополнить, тоже рассказать, пожалуйста. В первую очередь хотела бы поблагодарить. Спасибо вам большое.
И ваша фраза о том, что я люблю Родину еще больше, потому что сегодня она независимая, свободная, наша. Вот за это тоже особая благодарность вам и всем тем, кто нам, нашему поколению, дал возможность родиться, расти в независимой стране. И для нас, другой Абхазии, практически мы, конечно, себе представить не можем. Спасибо вам за это большое, и надеюсь, мы сможем продолжить в мирное время то, что вы смогли сделать в самый сложный период для нашего народа. А вопрос такой. Вы вначале говорили о том, что все же, безусловно, было сложно руководить не армией, где там устав, команда и все выполняется. Просто собираются обычные простые люди, которые некоторые вообще не видели ни автомата и не знают, что такое военное дело. Вот что помогало управлять, а что мешало? Ну, они все прошли военную службу в Советской армии. Там, вы знаете, не так просто было служить, там уставы надо было, к уставам надо было подчиняться. А когда пришли, они просто продолжили свою деятельность. Ну, правда, уже чисто военную, как бы, где там связано со смертью. А так у меня со своими друзьями, однополчанами, проблем не было. Выполняли точно и в срок. Это я однозначно говорю, вот здесь сидят, я если совру, пожалуйста, они мне скажут. Вот. Ну, бывали иногда и ругался, и этот, ну, знаете, это тоже как бы присутствует и во время войны, там, что не вовремя, может быть, подвезли снаряды, не вовремя открыли огонь, не вовремя. Это, понимаете, сегодня, вот, вы знаете, пока нога пехотинца не вступит на занятую территорию, эта территория не занята. Александр Георгиевич, а не было исключений? Вот молодых ребят, которые там в 17-18 лет к вам приходили и готовы были... Ну вот молодежь, не было среди вас молодых ребят таких? Все молодые были, мне кажется, я в том числе. И вы знаете, я когда был командиром минометной батареи, у меня был 16-летний два человека. Я их домой... гонял, они обратно. Я их домой, потому что 16 лет. А потом родители пришли, говорят, баса-баса, отцов-то... Я говорю, я что могу сделать? Я его отгоню. Вот пока мы будем его отгонять туда, где-то попадет, лучше пускай рядом со мной будет. Вот. Изначально рядом со мной был тоже, ну, он племянник мой, брат мой, он тоже пацан был. Ну, а потом уже повзрослел, конечно. Вот. Были. Я хочу поблагодарить вас за приглашение. Во-вторых, хочу вспомнить всех наших ребят, которых сегодня не присутствуют. Это Джотович, Арзенба, Руслан, Цвинария. Вот. Многих уже как бы нету, да. И многих сегодня, то есть есть еще и живые ребята, которые многие разъехались. Вот костяк как бы распался, но тем не менее костяк был у нас такой сильный, мощный тогда. И Руслана Таркила вспомним, и Кубахи Асана Алексеевича вспомним. Многих можно вспомнить, многих уже нету. Но то, что есть такая программа, это замечательно. Для будущего поколения это хорошо, будут знать правду. Вот это присутствует Гумба Александр Георгиевич, он настоящий патриот. Очень многое сделал во время войны. Грамотный человек. Вот. Мы нашли общий язык и совместно работали. Была такая ячейка, которая работала. Вот. И многие вещи у нас не по приказу приходилось там не кричать. Достаточно было сказать один раз, и мы уже понимали. Шли и делали. В этом есть результат победы. Ну, я участник и Гумистинского фронта в составе артиллерии, и Ачимчирского фронта. Вот восточного. Что я могу вам сказать? Пришлось нелегко и на Гумистинском фронте, и на Восточном фронте. Вот. Когда я попал уже на Восточный фронт, я тогда уже подумал, что действительно у нас, конечно, было по сравнению с Гумистинским, там было сложнее. В плане, во-первых, в окружении все находились, вот, где тыла не было. Боеприпасов тоже отсутствовало, поставки тоже отсутствовали.
Я помню, как на вертолетах наши летчики залетали ночью, под кровом ночи, прилетали, разгружали боеприпасы. Это в Чулову садились они, в Кварчелях внизу, в нижней зоне вот садились, быстренько разгружали, улетали. Вот представьте, как это надо было все организовать и сделать, пролететь и улететь, так, чтобы враг не услышал. Вот. И благодаря вот таким вот людям мы пополняли свои запасы, и те операции, которые проводились, благодаря ним неоткуда было, нам никто ничего не давал. Либо трофейное, либо кто-то вот с большой земли доставлял. Вот так все происходило. Помню, как в Кварчели на стадионе садились вертолеты, два вертолета, вот, когда вывозили детей, раненых. Вот. Как люди бежали получить какую-то весточку, узнать. Ну, такое было. Я когда вот с десантом высадились, оказался в Кутоле, вот люди подходили, говорит, и спрашивали, а как там Гудаута, как там, как люди, что там думают. Люди были практически не знали никакой информации. Люди, которые не видели год хлеба, просто хлеба не видели. И таких людей видел. Это было очень сложно. Ну, вот такая история. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить наших всех ветеранов за ваш ратный труд, за то, что вы бесстрашно делали то, что, в принципе, ни в каких учебниках научных не написано. Да, есть нормативы, но вы сверх нормативов выполняли все то, что, в принципе, сегодня кажется нереальным. Большое вам спасибо, товарищи артиллеристы. Я как артиллерист, как офицер запаса, хотел бы вспомнить одну историю, связанную непосредственно с вами, Александр Георгиевич. Вы, скорее всего, эту историю даже не знаете, потому что не обратили внимания на такую, на ваш взгляд, мелочь. Но для меня это оказалось очень серьезным таким моментом. Это было в период боевых действий в 2008 году, 9 августа. Полк совершал марш в сторону Кудорского ущелья. Я на тот момент старший офицер батареи, вы командир полка. И при совершении марша у головной машины отлетел кардан. Вот. И дорога была узкая, разъехаться машинам было невозможно. Я помню, как водитель Кови судорожно менял крестовины у этого кардана. И в этот самый момент навстречу ехала машина УАЗик с первым раненым. И Светлана Владимировна сопровождала эту машину. Я помню ее, вот, этот, вот эту ругань такую, вот прям смачную. Вы абхазы, как обычно, у вас все не так, у вас там кардан отлетает, война идет, по левому берегу грузины прорвались, они сейчас нас видят, скорее всего, начнут огонь открывать и так далее. Вот такая какая-то суета такая организовалась. И я, и вечная память Саида Липсая, мы стоим и смотрим на вас. Что делать, круговую оборону организовывать или же... То есть не хочется погибнуть, не произведя ни один выстрел из Д-30. Вот наша мечта, просто хотя бы один залп дать. Александр Георгиевич залезает в кабину, и мы думаем карту достать, там, посмотреть, как расположиться, что делать. Достает лук и буханку хлеба. Присел на камень, вытащил нож, начал чистить этот лук, порезал, отломил хлеб, начал есть спиной, кстати, к левому берегу Кудора. Я так посмотрел, вот буквально вот эти две секунды полностью мое сознание перевернули. Вот. И это была на самом деле настолько такая мощная уверенность появилась у меня лично, а ваше спокойствие, оно передалось всем нам. Вот. Я считаю, что подобные моменты, они очень важны в любых таких ситуациях, чрезвычайных, я бы сказал, каких-то таких неординарных ситуациях. И вследствие этого вопрос, товарищ командир, кто был тем человеком для вас 29 лет назад, вот как вы явились для меня лично, например, в августе 2008 года? Вы знаете, наверное, я смогу сразу, для меня был это Владислав Григорьевич. Его, после его выступления я сказал, что мы непобедимы. Вот это первый человек, который я, когда он
выступил, и, наверное, у меня вот это вот внутри все перевернулось, все это вот. Вот. Потому что это был сильный человек, это был, ну не знаю, вы знаете, я вот в истории существования Абхазии, я три абхазских знаю руководить, это Леон, Лакоба и Владислав Григорьевич. Ну, конечно, они все в разное время были людьми, которые создали вот это государство. Вот. Александр, вы прожили очень интересную, насыщенную, многими интересными фактами жизнь. Я хочу вас спросить, если бы вам пришлось заново начать свою жизнь, вы бы что-нибудь в нем изменили? Ой, сложный вопрос. Очень даже сложный. Знаете, наверное, не хотел бы я. Вот я хочу, что как она есть, так и вот, потому что каждый период это имеет свои плюсы, имеет свои минусы. Но у меня больше плюсов, чем минусов. Естественно, война это не плюс. Это однозначно. Но она неизбежна была. Не сегодня, а завтра, потому что, знаете, ну, наверное, аншахайхчить. Бог сказал вперед. Именно в это время, а не позже. То бы наши бы дети бы сейчас бы это разгребали бы вот это все. И хорошо, что единственное, что я могу сказать, что нашим детям это не досталось. Вот. Вот это могу сказать. А так вопрос сложный. Потому что я вот свою жизнь скажу, что период советского, сегодня, как бы тяжело, хорошо не было, я себя чувствую хорошо. Вот что, это, наверное, зависит от человека, как не плакать, они все, они самоморись, нету. Человек, мужик, вперед, делай свое дело. Вот я так думаю. Да, тяжело сегодня, и болезни всякие, но жить-то надо. Надо воспитывать детей. Сегодня, понимаете, мы, время придет, уже нас не будет. Мы уже войдем в историю, не войдем, это, но другие придут, которые дальше должны продолжать эту историю. И чтобы меньше были эти лжеисториков, которые в обратную сторону пишут. А ту историю, которая она была, пускай она горькая будет, но она должна быть правдивая история. Благодарим все вместе Александра Георгиевича. Спасибо, что пришли еще раз. Мы на этом завершим нашу передачу. И, думаю, еще должны не раз увидеться на этой площадке и с вами, и с вашими коллегами, с друзьями, однополчанами. Спасибо большое всем.